Погоди. Теперь у нас есть липопластикатор и микродермальный трансплантатор. Осталось только найти кого-то, кто сумеет и захочет пустить их в дело. Если кто-то знает осторожного и доверенного хирурга, который сможет держать рот на замке, отправьте его к нам. Кроме того, нужно найти нейрализатор схем, чтобы изменить память андроида. Знаем ли мы каких-нибудь доверенных техников? Да. Добро пожаловать в разделочную. Я медсестра Грейвс, ассистентка доктора Бероуза. И не пугайся названия. Доктор прекрасно лечит раны, оторванные конечности и травмы. Если тебе нужны стимуляторы или донорская кровь, дай мне знать. Он не из тех, с кем я имею дело. Вот Док Берол с ним в хороших отношениях. У него и спроси. Конечно, мы сможем тебе помочь. Поговори с доктором Бероузом. Ах, да. И мы берем только крышки. Никакого натурального обмена. Да. Заперто. И да, я вижу, как ты на это поглядываешь. Доктор Бероуз к вашим услугам. Что привело тебя в разделочную? Надеюсь, зайдешь, протянешь мне руку помощи. Мне всегда нужны свежие образцы человеческих тканей. Что, не знаешь? Я большой светило в анатомии гулей. Хочу выяснить, что заставляет нас пыхтеть. Мы чем-то обречены жить такими вот гнилушками. И я намерен выяснить, чем. Так что мне нужны образцы человеческой кожи, органов и прочих частей тела, чтобы проверять эксперименты. Жалко. Ну ладно, чем я могу тебе помочь? Это был просто тщательно продуманный трюк. Кроме того, медицина – высокое искусство и сложная наука. И на всякие украшательства ее растрачивать нельзя. Ничего. А что? Что тебе известно? Ты же что-то знаешь, верно? Проклятье. Черт возьми. Он наконец-то нашел кого-то, кто убьет этих людей. Кто-то дал ему навешать эту лапшу себе на уши. Надеюсь, что этот наемник хоть поговорит с бедолагами перед тем, как их пристрелить. Пока. Да, в чем дело? Покороче, пожалуйста, я очень занят. Это опасная часть развалин. Сколько патрулей туда не посылали, они либо возвращались потрепанными, либо не возвращались вообще. Возвращайся, если что понадобится.
Привет. Привет. Вечер до. Помощь нужна?